Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 48 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Спортсменка дважды участвовала в соревнованиях по художественной гимнастике и каждый раз завоевывала по 4 медали. Сколько всего медалей завоевала эта гимнастка? Каждый раз по 4 медали. А участвовала она дважды, значит, нужно по 4 взять 2 раза. 4 умножить на 2 получается 8. 8 медалей, М с точкой записываем в скобках, завоевала эта гимнастка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.